Елена Владимировна дала такие советы, которые мне до этого даже в голову вообще не приходили, и после этого все стало звучать намного лучше. В прошлом году я не выступала на концерте, но в этом году, мне кажется, у меня уже есть какие-то успехи. На первых уроках не все было понятно, а потом я стала больше понимать. Мне очень понравилось. Зачастую за один урок можно дать человеку больше, чем за год. Я могу сидеть и учить профессионально столько, сколько мне нужно, чтобы человек дальше развивался. Знаете, как говорят, как хирурги, сначала делаю больно, а потом будет хорошо. Themselves permission to express feelings, to express emotions, because they are on a sort of guard in a safe environment where they don't dare to do. And my task is to say, listen, outside of your birdcage, even if it is in gold, there is the whole world, and there are emotions, and there are many interesting things to do. Это и для меня интересно, то есть заново погрузиться в нашу российскую культуру, в нашу музыкальную жизнь. И в то же время я понимаю, что у меня есть чем поделиться. Как в России есть культура колокольного звона, также на Кубе есть очень жестко структурированная культура игры на барабанах батаны. Программа вообще шикарная, курсы. Настолько неожиданно, здорово. Говорят, что мы прям ждали, нас это так вдохновляет, заряжает на будущий учебный год. Японская поэзия хокку. Мы сделали несколько импровизаций в неоклассике, мы сделали сугубо ритмический паттерн и, собственно, научились импровизировать сольно и в диалоге. Мы испытали невероятные эмоции, не ожидали, что на такой инструмент, как гобой, мы можем собрать такую площадку, столько народу, и просто благодарны ребятам, которые с нами играли. Заряд энергии просто фантастический. Люблю каждого. Коллектива, который действительно вызывает энтузиазм у публики, и просто люди в восторге, с хорошим настроением выходят после пиршеств музыкальных. Школа действительно развивается, неделя, проведенные в филях, это расширение такое самое явное. Увеличивается количество групп ребят в юных месяцах, популярное направление. Нам очень приятно, в первую очередь, потому что это музыканты. Они сразу подмечают какие-то детали, все, что связано с их возможностью это все исполнить. Все заряжены на музыку, и многие из них планируют дальше поступать к нам в школу, что тоже очень имеет большое значение для нас, как для школы, которая собирает талантливых ребят со всей России.